Список детей, которые получат путевку в детский сад, утверждается по итогам автоматизированного комплектования электронной очереди. Список будет размещен в первых числах июня на официальном сайте городского управления образования, указанном на экране, во вкладке «Результат комплектования» либо на родительском портале. Очень важно не пропустить эту информацию, так как вся дальнейшая процедура приема в детский сад регламентирована определенными сроками. После утверждения и размещения списка в сети интернет в течение 10 дней родителям необходимо обратиться в МФЦ и написать заявление на получение путевки. Еще через 10 дней документ должен быть у вас на руках. С ним в течение 5 дней родителям надо прийти в дошкольное учреждение. Всю информацию можно получить по номерам телефонов управления образования, которые также можно найти на официальном сайте.